Пошли, пошли в Султан Ахмед. Пойдем. Пойдем. Вот он, красивенький. Султанчик Ахметик. Туристов море. Истанбул. Спасибо, но нам не надо пока. Так, это мы идем через, как сказать, через задний вход опять, как всегда. Передний находится с другой стороны. Тут же, конечно, и рыночек, как без этого. Малюпусенький такой. Куча туристических автобусов, туристы пачками высаживаются. Цены бешеные, мы попили кофе за 6 лир, одна чашечка турецкого кофе. Хотя мы вчера пили за 2,50. Ну, 3 обычно в ресторанчиках. Ну, в 2 раза дороже, ну понятно, потому что туристическая зона, потому что туристы дофига больше. Ясное дело, надо гнуть цену. Идем? Так, где мы находимся? Где мы находимся? Галата Тауэр. Вот тут вот мы находимся. Нет, это Блю. Это где-то, не знаю, где-то здесь мы еще на этом находимся. Мы не переехали по спору. Ладно, пошли. Пошли смотреть на красоту. Турецкие женщины идут. Впереди мужчина, а сзади несколько жен. Как без этого? Наверху золотой полумесяц. Везде у нас кресты на наших церквях, а у них голубые, золотые полумесяцы. Голубые. Что-то меня это понесло не в ту сторону. Ну бывает, бывает. Бывает. Ой, какой красивый дяденька стоит. Не надо сфотографировать. Ух ты, какой красивенький. Он стоит, чтобы ему за фотку с ним, наверное, чтобы дали каких-то денег. Ух, какой красивый. Вот так вот. Джигит. Турецкий джигит. Пошли. Пошли за детками. Опять жареные каштаны, жареная кукуруза. Еще одни золотые ворота. Итак, пошли. Наверное, это все-таки центральный вход, либо это просто выход. Автоматики, ну как без автоматиков? А вдруг что-то начнется? Раз, ой, какой холесенький идет. Такой штучки красивенькой. Hi. Hello. Какой красивенький. It's okay. Thank you. Какие симпатичные автоматики. Hi. Здравствуйте, русский? Да. Что, на самом деле русский? Нет, нет, я говорю русский. А, говоришь очень здорово. Спасибо. Нет, нет, он говорит, я говорю по-русски. Я думала, мальчик русский. Итак, вон он какой заостренный купол. А, это выход, видно, уже в парк какой-то. Это уже выход. Ой, какая красота. Вон он, Босфор. Опять автоматчик. Иду к нему. Вон он, Босфор. Ай, какая красота. А что это они? Чтобы мы не перебежали на ту сторону. Hi, how are you? So-so. So-so. Так себе. Ни ту дыма, ни сю дыма называется. Ай, какая красота. А если мы пойдем вниз? Нет, мы не пойдем вниз, там цепями. Без суда и следствия. Ай, какая красота. Это ружье? Я думала, это автомат. Наша детская группа. Мальчик, мы через неделю уже...
не рожается, понимаешь? Совсем игрикнул, седьмой не рожается. Да. Мы вышли из этого, надо туда войти внутрь. Значит, туда вот смотрите бафон. А он, наверное, просто на русском говорит. Просто турок, который говорит на русском. Говорят, что в арабских государствах есть, я не знаю. Да, да, да. Как ты ее назвал? Тетеря. А я добавлю тетеря. Так, это еще что-то такое красивое стоит. Нам надо снова зайти туда, внутрь, и... Нет, не туда. Пошли в ту... Мы там пройдем? Пройдем. Галюсик, а ты куда пошла? Ну, пошли. А ноги помыть перед входом. Я сейчас тоже сяду, ноги помою. Вот они, сыновья японского народа и дочери. Сколько людей? Сейчас становится уже немножко жарковастенько. Ну вот и все, хватит пока. Пока хватит.